29 июня 2023 году. Вот мы собрали шатер размер 3х6, супер усиленный про профессиональный шатер. Вот посмотрите, шатер получается трехкупольный, раз, два и три. Под куполом здесь у нас пружина для амортизации, широкая конструкция и крепление из жесткого пластика, как видите. Вот у нас шатер. У нас еще вот такие, чтобы тент держать, дополнительно крючки. Тент у нас держится на липучках. Это у нас фиксаторы. Металлическое покрытие, пластик. Каркас у нас шестиугольный, то есть шестигранный, как видите. Это второй фиксатор, чтобы, ну, четыре положения ножки, с высота ножки, чтобы поднять и спустить. Ножки у нас металлическая, толщина металла 2 мм. Тент у нас брезент Oxford, с внутренней прорезиненной, такой ПВХ материал, снаружи брезент, водоотталкивающий материал. Вот тент, мы собрали его в детский сад. Вот, посмотрите, как оно будет выглядеть.